Всем привет! Сегодня готовлю баклажаны быстрой томатной заливки. Для этого понадобятся баклажаны, любые. Это сорт корейский карлик. Томаты, сорт черный ананас. Нужно будет превратить в томатный сок. Одна большая головка чеснока. Острый перец берете по вкусу. 6% белый уксус. Можно использовать обычный 6% столовый. Соль, сахар. Подсолнечное масло, стерилизованные банки. Также для рецепта возьмите один красный сладкий перец. Рецепт этой консервации я оставлю под видео в инфобоксе. Заходите и смотрите. Баклажаны нужно помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной примерно в 2 сантиметра. Теперь порезанные баклажаны я слегка присаливаю. Делаю я это для того, чтобы стекла лишняя жидкость. И пока готовятся баклажаны, из томатов нужно сделать томатный сок. Итак, баклажаны нужно слегка отжать от лишней жидкости, смазать противень маслом, разложить баклажаны. Я сверху тоже слегка кисточкой обмазываю растительным маслом, чтобы появилась такая красивая румяная корочка. И при температуре 210-220 градусов ставим баклажаны до полной готовности. Итак, пока в духовке запекаются баклажаны, подготовим острую заливку. Сладкий перец нарезаю на тонкую-тонкую соломку. Чем тоньше, тем лучше. После того, как я добавила перец в томатный сок, я выдавливаю чеснок сюда же. И теперь по вкусу я добавляю острый перец. Пробуйте, как вы любите. Добавляю сахар, соль. И также добавляю уксус. Уксус у меня 6% белый. Все хорошо перемешать. Оставить на 5-10 минут, чтобы заливка настоялась. По вкусу пробуйте. Не хватает остроты, добавляйте перец. Если соли, добавьте соль. Все делайте по своему вкусу. Итак, заготовки для рецепта готовы. Остается только собрать банки. Беру баклажан, закладываю в баночку, поправляю, чтобы было красиво. И небольшим количеством заливаю острой заливкой. И так послойно я собираю всю баночку. Заливку делайте чуть остренькой, потому что если будет она никакая по вкусу и по остроте, то баклажаны будут пресными. Поэтому старайтесь попробовать и на соль, и на остроту сразу. Тогда баклажаны будут очень вкусные. Старайтесь брать не только томатный сок, но и чтобы перец попадался. Это будет не только красиво, но и очень вкусно. И уже когда вы дойдете до кромки банки, оставьте небольшое количество пустоты возле горлышка. И нужно будет залить заливочкой. Я заливаю по самой краешке, даже слегка, чтобы сок стекал с банки. И не плотно закрываю. Потому что не забывайте, у нас эти банки еще пойдут в стерилизацию. Итак,
с 2 килограмм баклажан получается 4 небольших баночки. По-моему, они по 350 или по 380 грамм. Затянула я крышки не сильно. Теперь все легко и просто. Ставим на стерилизацию. Воду в холодную. Предварительно застелить дно кастрюли нужно будет тряпочка любой. И составляю баночки. Вода должна доходить до плечиков, чтобы хорошо простерилизовались. Здесь у меня воды маловато. Сейчас я долью. Будет вот так. Ставлю на небольшой огонь, чтобы не сильно здесь булькало, чтобы вода не выплескивалась. Небольшое кипение. И такие небольшие банки примерно 15 минут. Дальше вытаскиваю и хорошо завинчиваю крышку. Переворачиваю и ставлю под теплое укрытие. Все, заготовка готова. Получается прекрасное блюдо. Баклажаны в острой заливке. Это отличная закуска. Приятного аппетита. И всем пока.